Ведро тяжелое не таскай. Вот. Ты уже маленько разбираешься, уже знаешь, что там, где птица клюнула, это вовсе не плодожорка. И опрыскивать вот такие прекрасные деревья, которые ни разу не опрысканы, чуть-чуть тронутые тлей. Вот. Зато чистейшие плоды. И вот тут вот этот плод. Показать, что такое рекордные плоды. Показать. Вон они. Это неправильные Golden Delicious. О, какие уже плоды. Не знаю, отражает или нет. Вон они, красавцы. Вот эти уже под 500 грамм. Жалко, что не упали, но чтобы подержать в руках. Ну ладно, что есть, то есть. Так, еще поищем. Вот это вот розмарин. Он самый вкусный из зимних. Он как бы полузимний, потому что он уже хорош. А птицы, они не глупые. Подлетела, клюнула. Вот, сколько ей надо. А плод испортила. И тогда получается... Так. Ну что мы будем делать? Ой. Давай. Боишься это самое? Да. По одному таскаешь, ладно. А там рядом еще крупнее. Давай, собирай. Там крупнее. Ведро 100 рублей. Так кто-то хотел 1000 заработать. Вот эти красавцы. А потом с дерева будем собирать для хранения. Жаль, дерево собирать опасно для дерева, но... Ну что мы должны делать? Мы должны любить деревья. Вот. Ой, какие огромные, какие красавцы. Да. Ну что, придется их отрывать. Калеча их. Так, сейчас мы одно, я сейчас приглядел его. По-моему, да, там уже птица клевала. Мне надо что сделать? Мне надо взять палку. И тогда мы его собьем. А я сам. Ох ты, спасибо. Науки для. Итак, я выбираю вот это яблоко. Ну-ка, давай. А, понял. Вот, все. Вот это яблоко. Почему я приглядел вот это вот? Вот оно, отверстие. И мне почему-то кажется, что если там есть плодожорка, так она туда попала через готовую дырку. Как-то так. Ох, красавцы. Но это небольшое, это где-то 300 грамм. 350. А тут есть... Уже и под 500. А, вон они. Ну, это ладно, пока сбивать не будем, жалко. Все, наклади, мы его испортили. Я по нему постучал. Птичка его клюнула. Это пойдет на семена. А им лежать минимум месяц в тепле, дозревать. Тогда на семена. Вот. Ну, а потом, когда еще раз возьму в руки, когда мы возьмем семечко, из него что-то вырастет, и плюньте мне в глаза, если получится вот такие вот, как обещают. Нет, они вот вполне приличные, грамм 100-150. Ну, конечно, не 500. Ну и, наконец, сейчас есть 4 уже попросили оставить из этих сеянцевых персиков, непривитых. 4 пока по 1000 рублей. Вот. А пройдет месяц, если остальные не купят, тогда это мы, женщины, вырастили. Я их только учил, а растили они, травку щипали они, правда, поливать почему-то пришлось мне. Так вот, этим исполнится поздней осенью, ну не год, календарное лето одно, а этому 2 исполнится. Не трогай ведро, я сказал, не таскай. Ты, девочка, не таскай.
Собирай дальше. Нету больше. Так полно. Иди дальше сюда, собирай. Куда дальше? Туда. И налево тоже. Тут это вот добра, и там несколько ведер. Так, падают раньше времени, что ты сделаешь? Так вот, они будут, четверо уже имеют будущих хозяев из Абакана. Так, остальные постараюсь продать в октябре. А что не продам, специально сделаю фильм, как я их укрываю на зиму. Ну, в общем, не знаю, что-то сумбурное получился какой-то фильм. А, наверное, надо еще показать еще один сорт, который мне очень нравится. Тут у меня там заилийская, ну, там в самых дебрях. А вот это вот у меня белькор-китайка. Лучший сорт Мичурина. Как оно выглядит? Ну, давайте поднимем пока. Соня, вот тут полно яблок. Возьми второе ведро, чтобы тяжелое не таскать. Вот так выглядит. Вот смотрите. Оно тоже пойдет на семена. Почему? Ну, сами понимаете. Ну, что ты сделаешь? А вот, вот это вот его кусала птица. И опять они твердые, как камень, говорят, плодожорка. Но плодожорка в жизни такое. А плодожорка — это летние, мягкие, сладкие плоды. А это еще как камень. Вот попробуйте его. Вот. Да, не давится этими пальцами. Соня, вот тут. Вот это и есть. А теперь смотрим на дерево. Вот они. Им еще созревать. Но для хранения уже можно снимать. Вот еще не совсем окрашено. И настоящей окраски мы не ждем. Потому что с той стороны вот солнце. Сейчас 12, первый час. Еще немножко. И все это будет в тени. Поздно созревает, поздно окрашивается. Но, с другой стороны, это тоже неплохо. Продляется век урожая. Так, теперь все, закончится разговор. А вот это еще никто не укусил. Ни плодожорка, ни птица. Еще раз говорю. Я нашел виноватого. Вот смотрите сюда. Видите? Вот это вот птичья работа. Укусила. Понравилось или нет, не знаю. Вот, может, и хватило витаминов. А дальше что? А дальше это. Теперь может плодожорка залезть. Ну, потом. Вот такие дела. Я всегда обратил внимание, что вот эти вот дырочки на видном месте. Там, где удобно подлететь и клюнуть. Так, ну что, Соня, подними вон то яблоко. Давай похвастаемся людям. Вот, вот, нет, не вот это. Вон то, 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 то. Вон то, вон то, вон то. Да, я покажу, а потом положишь в ведро. Давай. Вот. Опять птица. О, видишь, ты уже разбираешься. Молодец. Я с тебя садовода сделаю. Опять птица. Вот, на тебе, возвращаю. Ну, хороши. Ой, погоди, знаешь, что я сделаю? Я их в этом году не пробовал. Пусть чуть-чуть испортится. Но я его сейчас ножом помою, ножом. Вот, и помаленьку. Я его съем. И мне даже. Ну ладно. А ты себе выбирай из этих самых, вон такой же или лучше. Вот-вот прямо иди. Вот-вот. Дай его мне, я тебя на столе оставлю. Да, вот это вот. И ты навсегда запомнишь вкус лучшего сорта Мичурина под названием белькор-китайка. Вот у нее такой румянец, и вот у нее такой форма. Все, я пошел кушать. Пусть им все завидуют. Давай, не балуйся, вот. Тут их полно. И с той стороны деревья еще больше. Хочешь заработать? Тут такими крупными яблоками не наполнить ведро, это позор. Так, ну все. Отсчитал ребенка. И пошел пробовать. Апорты. Ой, апорты, заговариваюсь уже. Пошел пробовать белькор-китайку. Вот на солнышке, посмотрите, какая у нее форма. Вот. И не побрезгую даже скушать вот такую, которая уже полежала на земле. Все, благодарю за внимание. Семена для вас. Вот есть желающие выращивать семян.
А все-таки большая китайка не так распространена, как хотелось бы. Будем добывать у Железова.